пожалуйста. Вам вопрос, не ответьте. Мы хотим хорошо, но нет, нехорошо. Ответа нет. Скажите, пожалуйста, зубов язык, все понятно, большая политика делается, понятно. Город маленький, как бы все друг друга знают, не взирая на, и общаются неформально, не взирая на какие-то идеологические разногласия. И то, что знают двое, как говорится, знает о семье. Мы не будем говорить о соотношении свиней и людей, в разных фракциях везде хватает, но по крайней мере источникам из вашей партии, из вашей фракции, дословно, вот мне любопытно, что это за такой Саша, дословно, то, что вот сообщалось. Саша хочет устроить Карфаген, пишу это тебе дословно. Саша, значит, сказал, там, типа, Боре вредить любой ценой. Саша говорил про ручки-ножки, которые будут, я не знаю, переломные. Это, наверное, это будет отрицать, но просто любопытно, что это за такой вот таинственный Саша? И соответствует ли это? Ну, смотри, нам Саша этого нет. На фракции? Может, это на последних фракциях? Мы на двух последних фракциях. Все понятно, я забыл. Я услышал то, что ожидал. Не, ну, действительно, нам такого никто ничего не говорит. Может, там где-то это ведутся переговоры между там руководителями какими-то? Можно два слова сказать? Я депутат третьего созыва, я депутат мажоритарщик. Мой округ, отдаленный округ от города Днепропетровска, Красногория, где нужно делать дороги, делать свет, строить клубы, запускать школы, садики, дополнительные группы в детском саду. Я член партии регионов с 2003 года. Рыгом была, рыгом и осталась до конца своей жизни. Менять свои позиции идейно не буду никогда. Меня сейчас от моих коллег я слышу, что я тушка. Тушка потому, что я решаю, что в городе нужно работать. Идеологических мнений я своих не поменяла и никогда не поменяю. Другую партию уступать не буду. Если уйду, уйду на веки с большой политикой. Но город нужно запускать. Я доктор. Вчера была ассоциация главных врачей Днепропетровской области. Мои коллеги, которые я руководитель коммунального предприятия, лечебного учреждения, детский противотуберкулезный санаторий, который финансируется из областного бюджета. У нас в плане финансирования все в порядке, могу сказать честно и открыто. Деньги, которые мы уже получили финансирование на февраль месяц. Но общаясь с коллегами, которые находятся под городским бюджетом, я в ужасе. У людей кредиторка. Люди за наркотики не могут заплатить деньги и, соответственно, получить деньги в дальнейшем на январь и февраль месяц только потому, что в городе коллапс. Я считаю, что наши большие руководители должны собраться и принять единое мнение, которое будет прежде всего работать не на какую-то политическую силу, а именно на город Днепропетровск. А фракция запрещает принимать бюджет? Или... Что конкретно? Я руководитель партийной организации и свои партийные разногласия высказывать не буду. Пусть пострадавший ответит. Что вы хотите, а вам не дают конкретно? Вот сейчас депутатов инициируют мне очередную сессию. Вам ответили, что мы хотим, чтобы город работал. Вот и все. Пожалуйста, соберитесь. Конкретно, пример, мы хотим, все хотят. Конкретно, можете сказать? Раз, конкретно, два, чтобы приняли бюджет, в первую очередь. Чтобы депутаты могли перед своими избирателями отвечать. Вы. То, что мы обещали им 5 месяцев назад. Вот. Выдавать, как мы выдавали годами, материальную помощь депутатам. А как вы считаете, когда сейчас вот будут еще торговаться, потом как, в следующем декабре выдавать материальную? Или депутатские деньги, которые выделяются на округ, тратить? Нет, еще не Его не будет, пока не будет структуры. Комиссия должна быть. Мы не удовлетворение вернуться. Не отойти от политики и вернуться к прошедшему. Можно два уточнения. Первое, вы говорили, вам эту группу не приходил вопрос. От оппозиционного блока приходили ли эти вопросы? Потому что очень как-то не меня. Нет, мне лично не приходили ни оттуда, ни оттуда. Мы пытались посмотреть технологию событий. 20-30 было нападение на вас. 20-30. В больницу мы только что из Мещенко обратились только спустя 1.5 часа. Почему ждали? А я вам объясню, потому что я живу в этом подъезде, я не хотел как бы призывать этому значение. Вот. Я, избили. Ну, ничего не убрали, я зашел домой. Я переоделся, домой все, рука на бок, жена говорит, надо звонить в больницу. Я позвонил, своим коллегам. Говорю, я прошу прощения коллегам, начал обзванивать. Дошли домой, не дошли, как, потому что такая ситуация. Вот, аккуратно идите домой. Вот. А потом уже перезвонили мне, говорят, что в больницу едете, я переоделся, за мной не было, рука сломана, мне не было на чем ехать, приехали товарищи, меня забрали, отвезли в больницу. Угрозы. Да. Были ли угрозы от сотоварищей по партии?
У меня нет, мне лично не было угроз, но вот как Дмитрий сказал, что на фракции он слышал, что были угрозы в мою... На фракции-то было. Или не на фракции, или после, да. Да, мне лично никто не угрожал. Но в мой адрес угрозы были от определенных депутатов. Вам лично их не высказывали? Лично мне. А те, которые вас избивали, они что-то вам говорили? Ничего. Молча. С чем вы связываете свое избиение? Уточните, пожалуйста, конкретику. Вы сказали, с бизнесом я не связываю. С чем? С политикой? Я думаю, с политикой. С кем тогда? Конкретно. Ну, пускай разбирается правоохранительная область. Ну, у вас же есть... Ну, что значит... ну, возможно, это те, кто угрожал. Возможно, нет, нет. Возможно, я перешел, мы перешли чьи-то интересы в городе. Вот я не могу конкретно назвать ни фамилии, ни кого. Предположение выставлено. Я уже давайте сказал, но вы слушайте, пожалуйста. Мы же будем долго об этом говорить. Он же в самом начале об этом говорил. Извините, что эмоционально мы же сильно. Вы за принятие бюджета, правильно? А мы все за принятие бюджета. Либо мы созываем сессию, либо депутаты самостоятельно. На прошлой неделе депутаты подписывали. И очередную сессию будут назвать. Ваши подписи там есть? Есть, конечно. Все, конечно, депутатская карта присутствовала. У меня это предложение поступало еще летом, до выборов. Если вдруг я стану депутатом, то меня будут поддерживать на комиссию жюри. А вы хотите? Если не предлагали, вот если предложат, пойду, конечно. Коллеги, есть еще вопросы?